dvhub.ru. Сегодня он должен был выйти на работу. Ну, как бы он, я его утро видела, он шел с магазина с бутылкой водки и сказал то, что он сегодня пойдет собаку купать. Я такой, ну ладно, понятно, типа, и все. А потом, когда мне привели собаку, и я спросила, а где вы ее взяли? Она сказала, хозяин утонул, я быстренько сюда прибежала. Нет, он так прям купался. В одежде, да? Да, у него была оранжевая футболка, такие темные шорты и тапочки такие пустые. Привязывал ее к камням. И вот, получается, нырял он примерно 15 метров от берега в этом месте, да. Мужчина 20-25 лет, водолаза ищет мужчина. Отработали, один уже водолаз отработал, а второй водолаз. Ну, ищем, пока работаем. Метров на 100 на 100 квадрат. Будем обследовать, пока это течение, сильное течение не будет, где уже водолаз не сможет работать. В это время. Что утонуло, основная версия, то, что в яме здесь лежит. А если течение уже унесло отсюда. Пока яму не отработаем, дальше не пойдем. dvhub.ru